знали, что Нагатомо будет обыгрывать именно под эту ногу. У японца мяч нельзя отобрать. Паласио! Просыпайся, Паласио! Просыпайся, Милан! 3-1! 90-я минута матча. И, похоже, Андреас Тромаччони входит в историю как человек, который прерывает почти историческую серию команды Ювентус, который замахнулся на рекорд Ювентуса, Милана, установленного в начале 90-х. 58 туров без поражений. Но, похоже, этой серии конец. За 3-4 минуты, думаю, почти невозможно сделать то, что нужно сделать Ювентусу, а именно забить два мяча. Нагатомо был нереально крут в этом эпизоде. Неутомимый абсолютно человек. Сколько он сегодня напахал метров, километров по этой своей левой бровке. И умудрился устоять на ногах. И Родриго Паласио, который, может быть, не самый лучший матч провел. Как-то в тени большую часть времени проведя, упустив пару моментов. Но в нужный, в самый нужный момент Паласио все-таки, пусть не до конца сильно пробил по мячу, но все-таки достаточно сильно, чтобы этот мяч пересек линию ворот Джанлуиджи Буффона. В кои-то веки Ювентус пропускает три мяча.